Если ты ждешь привет, зритель, то вот тебе привет, зритель. Почти посередине ролика. Камера у меня разряженная. Места на флешке нету. Я решила, что можно записать на телефон. Все это счастье. А я как раз вот, ну, приспичило мне делать пасту арахисовую. Я, конечно, это не последний раз делаю. И арахис тут использован в розовой красненькой шкурке. Я его немножко обжарила на сковороде на сухой. Ну и вот, сейчас, собственно, сняла крышку, чтобы немножко подавлять толкателем. Сейчас продолжу действо. Да, у меня есть уже стабилизатор ручной, но его надо зарядить. И разобраться с ним еще для начала. Поэтому я все еще снимаю на руке. Хотя у меня есть штатив и все такое. Ну, вот мне сейчас удобнее так. Я сейчас пока выключила, чаша очень горячая. Тут просто в некоторых местах, ну, есть кусочки, которые не раздолбались. Вот. И подобно еще с другой стороны. Сниму ее. Да, кстати, вот. Вот эту штуку можно заменить. Она, ну, довольно горячая сейчас. Вот эту вот муфточку можно заменить. Так же, как вот и сами ножички. Вот тут кусок. И с другой стороны тоже. И вот кусок. Сейчас я их ложкой помешаю. И поставлю обратно. Сюда вон тоже наплевалось. И смотри, зритель, оно практически уже вот готовое. Блин, оттуда пар идет вообще. А сам по себе он холодненький. У него, может, ты заметил, когда он работает, тут занавеска вот так вот прям шевелится от ветра. Немножко дам ему подостыть. Смотри, зритель, оно уже такое довольно жидкое.
меня ложка с дырками, правда. Вообще-то за все время делания этой арахисовой пасты в этом блендере это самый удачный опыт. Что она именно такой консистенции стала. Раньше мне не хватало терпения, что ну как бы 4 минуты оно делается без перерыва. Мне хотелось его как бы выключить, проверить, то все. Ну, как на другом бы блендере было, да, потому что другим блендером менее мощным надо давать отдых, а этот на 2200 ватт, 45 тысяч оборотов минуту, секунду, не знаю, я забыла, путаю все время. Короче, 45 тысяч оборотов. Очень мощная штука. И, в принципе, мешать надо вот уже только когда как бы посередине жидкая, по краям еще нет. Вот тогда да. Ну, первый раз, когда я его только купила и пробовала тестово, да, вот у меня реально за 4 минуты сделалась арахисовая паста. Потом уже, ну, не такая по консистенции была, менее жидкая, более гуще не додерживала я. И сейчас вот сковорода, кстати, приличная. Так вот, у меня тут, наверное, где-то полкило, может, арахиса, ну, может, чуть поменьше было. Но его довольно приличное количество было. Да и вон... Сколько есть. Я думаю, в таком виде, когда он такая жидкая, но, в принципе, греется сама по себе кувшин греется, она греется за счет, точнее, она греется и греет кувшин. За счет этого она, соответственно, жидкость становится. Но ее будет легче, наверное, выгребать. И как бы потом стаканчик удобнее будет помыть. Ничего не налипнет, просто капнуть мыльной водички и вжик. Но я это тот момент засниму. Выключила минуты полторы назад. По идее, оно должно стечь. Ну смотри, зритель, там внутри столько этих капелек паровых, скажем так. Я тут подготовила контейнеры, где обычно у меня лежит. Тут здесь-то, по-моему, у меня что-то у меня вообще. Арахисовая паста, смотри. Вот 6.10.21 из очищенного. Немного с кожурой. Арахиса. Но у нас тут в этот раз не очищенный арахис. С кожурой. В смысле. Сейчас переливать буду. Конечно, когда засыпала, он 2 раза больше был. Сейчас уменьшилось, соответственно. Ну, как бы по объему он стал меньше, потому что арахис-то целиковый, он сам по себе много больше объема занимает, чем если его издолбашить. Кстати, пока я тебе писала и ложкой мешала, фокусировка-то где? У меня ложка, это она вообще нагрелась, когда я вот снимала ее потом. Горячий! Можно руки греть, если с улицы пришла. В следующий раз буду тоже подольше делать и обязательно уже на камеру запишу на штативе. Весь сам полноценный процесс. Почему я тут переливаю? Немножко выскоблила ложкой, уже без дырок. Она вообще реально перелилась, вот как жидкий мед, допустим. Я даже не думала, что вот если немножко забить на... Ну, просто поставить на реально 4 минуты, даже чуть больше. И пару раз перемешать и оставить еще на непонятное количество времени. Оно действительно будет вот именно такое жидкое. Сейчас у меня тут ложка есть. Вон она как. Она уже, конечно, остывать начинает, потому что, во-первых, у меня мисочка была с балкона. Там все-таки холодно. Хотя она горячая. Но все равно соприкасается, и вот уже вот такая
густоватая консистенция, как обычно бывает. Я в восторге, зритель. Если ты все еще сомневаешься, нужен ли тебе Биоламикс. G5200. Я покупала его за 7500 на Озон. Ну, иногда там бывают скидки, можно купить чуть дешевле даже. Или на Вайтберрис, но лучше бери на Озон. По крайней мере, будешь знать, что действительно придет новое. И если ты все еще сомневаешься, но любишь арахисовую пасту, или не только арахисовую, а просто ореховую пасту, вот не сомневайся, покупай. Вообще шикарная штука. Я еще не прощаюсь. Я тебе обещала его еще показать, как я его мою. Хотя вот мне так жалко сюда наливать воду. Я знаю, что бывают смузи с добавлением арахисовой пасты. Я думаю, может мне сюда этой самой простоквашей козьей фигакнуть. И взболтать это. А уже потом помыть. Сюда водички теплые. И добавила каплю моющего средства. На самом деле это шампунь Эйновский, который мне не подошел. И сейчас мы с тобой, зрители, ее вот на эту клавишу. И держать. Потому что если ты ее отпустишь, то она вот отпустится. Я не стала делать никакой смузи. Я просто все выскребла. Все, что можно, выскребла ложкой. Вот. Ну что, зритель, наверное, пока тебе.